переведено студией Анри. Дружба до гроба. Мой командир сказал, что Дарзаран будет моим последним заданием. Все просто, туда и обратно. И после этого Железный Медведь станет моим. Он сказал, что это самое обычное задание. Ага, как же. Это была западня. У нас не было шансов. Мой отряд буквально скосили. Но я остался живым благодаря Железному Медведю. Он все, что у меня есть. Мы заботимся друг о друге. Он хорошо оснащен, и не только для боя. Детали для него стоят недешево, но я все равно поддерживаю его в рабочем состоянии и боевой готовности. Отряда больше нет, и к этому еще нужно привыкнуть. Зато у Железного Медведя есть режим часового, и я могу выспаться. Может, Железный Медведь — это всего лишь 15-тонная куча тритана, но он мой лучший друг. Дружба с экзокостюмом — это, наверное, экзотика. Зато я знаю, что такой друг всегда меня прикроет.